Привет всем, друзья! Не выбрасывайте ни в коем случае пустой газовый кемпинг-баллон, он вам еще пригодится. В этом видео вы узнаете, как сделать своими руками из него очень нужную самоделку. Домашние мастера обязательно оценят. Для начала нужно убедиться, что баллон пустой и давления в нем нет. Достаточно нажать на клапан. По центру дна баллона обыкновенным дюпелем надо накернить. Теперь понадобится ступенчатое сверло. Его нужно зажать в патроне шуруповерта. В накерненном месте в центре дна баллона надо просверлить отверстие 14 диаметром. Обыкновенной отверткой надо избавиться от внутренних заусенцев. Небольшой неодимовый магнит нужно вставить в отверстие и баллон хорошо потрясти, чтобы вся металлическая стружка внутри баллона к нему примагнитилась. Теперь понадобится автомобильный сосок от бескамерной резины. На него нужно нанести немного шампуня. Возле просверленного отверстия баллона нужно шампунем немного смазать и отверткой установить сосок, как показано на видео. Когда сосок заправите в пазы, его надо немного пошевелить. Теперь понадобится обыкновенный аэрозольный распылитель. Его нужно установить на клапан баллона. Он четко к нему подходит. С автомобильного соска колпачок надо открутить и к нему подсоединить шланг от насоса или же компрессора. Баллон необходимо накачать воздухом, примерно 7 атмосфер. К сожалению, мой автомобильный компрессор больше 4 атмосфер не выдает. Шланг от компрессора нужно отсоединить. В распылитель надо установить небольшую трубочку. Сейчас переверну ноутбук и разберу его по-быстрому. Как все знают, ноутбук – это второй пылесос, только без пылесборника. Как раз эта самоделка сейчас нужна как никогда. Труднодоступные места теперь продуть не составит никакого труда. А самое главное, баллон заправляется воздухом бесплатно. Как вы уже догадались, получился продувочный баллон. Кому такая хитрость, идея для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!